На игру пришел не хмурь лица, будь веселым до конца.
Ты не зритель и не гость, а программа «Наши гости». Не стесняйся, не ломайся, всем законам подчиняйся. Пусть передача «Самый-самый» совсем не то, что телепередача «Я сама». Но любим мы Владимира Меньшова, ведь им придумала прекрасная игра. Да, сегодня день особый, искра позвала людей поиграть, повеселиться и порадовать друзей. Задание вопроса еще впереди, но точку нам ставить пока рановато, ведь праздник веселый всем ждет впереди. С копейками играют веселые ребята. Будут здесь импровизации, будут зрители овации, шутки, игры, песни, смех. Только не скучайте, не зевайте, мы приглашаем к экрану всех. Итак, это была презентация команды «Копеечки». Я вас знакомлю с командами. Команда «Веселый народ». Пятый класс 5-й школы. Классный руководитель Крылова Анжела Борисовна. Капитан Кимкин Сергей. Команда «Копеечки». 5-й класс школы № 1. Классный руководитель Минакова Людмила Григорьевна. Капитан команды Плохин Юра. Итак, игра началась. За, по старой традиции, за приветствие команда получает по одному очку. Итак, второй раунд. Интеллектуальный раунд, посвященный нашему городу. Он так и называется. Мой город. К 3-летнему юбилею. Я прошу капитана выделить по одному человеку. Подходите к своим пультам. Значит, напоминаю сразу, послушайте меня внимательно. Вы увидите сюжет, в нем будет задан вопрос. Как только вы готовы будете отвечать, нажимаете кнопку, не дождавшись окончания сюжета. Но, если вы не ответили, то очко присуждается противнику. Понятно? Еще раз напоминаю. Звучит вопрос, видите сюжет. Если не ответили, нажали кнопку, то получает очко противник. Как только нажали, затихла музыка, вы должны отвечать. Понятно, да? Итак, вопрос. Как называется усадьба, принадлежавшие князьям Волконским? Суханова! Ответ правильный! Внимание, вопрос! Назовите 3 сельскохозяйственных предприятия Ленинского района. Пожалуйста. Колхоз имени Владимира Ильича, колхоз имени Горького, совхоз Ленина. Ответ правильный. Внимание, вопрос. Где в Ленинском районе находится государственный исторический заповедник, связанный с жизнью Владимира Ильича Ленина? Пожалуйста. На левом берегу Пахры. Называется. Называется? Я прослушал. Итак, очко получает команда «Веселый народ». Внимание, вопрос! Как называется река, протекающая на границе Ленинского района и Домодедовского?
Правильно. Внимание, вопрос. Как называется мужской монастырь, находящийся в Расторгуевской части города? Пожалуйста. Екатеринская пустынь. Свято-Екатеринская пустынь. Ответ правильный. Итак, в этом конкурсе со счетом 4-1 победила команда «Копеечки». Я прошу занять места. Внимание! Я прошу участников, участвующих в этом конкурсе, подойти к нам. Повернитесь лицом в зал. Итак, честь команды «Копеечки» защищают ребята. Представьтесь, пожалуйста. Овсюнов Павел. Махмудов Анар. Емельянов Кирилл. Поприветствуем их. Итак, честь команды «Веселого народа» защищают ребята. Сурков Андрей. Бахтерев Саша. Четрова Вика. Так, и поскольку у нас счет 2-1, в пользу команды «Копеечки» право выбрать себе монет представляется команде «Веселый народ». Пожалуйста, выбирайте. Понятно. Каждый подходит к своему счету. Отдайте мне пакет. Девочки, спасибо вам. Подошли. Минуточку. Итак, внимание, начали. «Копеечки». Она получает очередное очко. Итак, четвертый художественно-литературный раунд. Я прошу по одному человеку за пульт. Пожалуйста.
и команда веселого народа. Тучкова Таня. Представляется участник команды Копеечки. Николаев Сергей. Внимание, еще раз напоминаю, как только догадались, нажимаете кнопку, но если не ответили, очко присуждается противнику. Внимание, вопрос. Ага. Тогда это несправедливо. Еще как несправедливо. Так несправедливо, что и сказать нельзя. Как звали доктора в произведении Носова «Незнайка в солнечном городе»? Пилюлькин. Ответ правильный. Внимание, вопрос. Из какого металла был сделан солдатик сказки Ганса Христиана Андерсена? Из олова. Ответ правильный. Пожалуйста, вопрос. Какая наглость! Кто пустил к нам этого урода? Кого в конечном итоге превратился в гадкий утенок? Ответ. В лебедя. Ответ правильный. Четвертый вопрос. Так, помолчи, пожалуйста. Коровы государственные, а все, что она дает, молоко или телят, это уже на. Как звали любимую корову? Кота Матроскина. Пожалуйста. Квитанция, корова режимна. Правильно. Я так лучше слышу. Поздравляю! С днем рождения! Кого? Меня? Да. С днем рождения? Я принес тебе подарок. Мне подарок? Значит, получается, что у меня настоящий день рождения. Что подарили ослику Иа на день рождения? Настоящий... Пятачок подарил ему... Лопнутый шарик, Винни-Пух горшочек, а сова его хвост. Правильно! Итак, со счетом 3-2 победила команда «Веселый народ». Ей присуждается очко. Катя, вынеси, пожалуйста, очко. Веревочка. Честь команды Копеечек защищает. Овцин Павел. Прекрасно. Честь команды Веселый народ защищает. Халадов Руслан. Пожалуйста. Вы уже в курсе дела. Берите. Так, отходите. Ты сюда, а ты туда. Прекрасно. Катя, подними. Диана, подними, что выше. Так, внимание, начали!
сюда. Ко мне подойдите сюда. Послушайте внимательно. Прежде всего, давайте представимся. Честь команды «Копеечки» защищают. Сын Павел. Тимецкая Ольга. Прекрасно, поприветствуйте. Честь команды «Веселый народ» защищают. Рома Александра. Раури Катя. Прекрасно. Дорогие друзья, конкурс заключается в следующем. Сейчас вы выберете себе те песни, которые будете петь в микрофон. Текст будет на экране и будет сопровождение. Кто лучше споет, на экране после каждой песни, кто как спел, будет видно очки. После этого мы суммируем, будете петь по одному в микрофон. После этого мы суммируем, и та команда, которая наберет больше очков, та и победит. Начинается лига, ну а дуба.
кончается. Лучше б он тянулся целый год. Скатертью, скатертью, да не пустится. И упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучше не верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Песенка бременских музыкантов, пожалуйста. Thank you.
Итак, победила команда «Веселый народ». Победила команда «Копеечки». Они получают очередное очко. Дорогие друзья, на этом последнем конкурсе «Сюрприз» закончилась наша игра. Победила команда «Веселый народ». Эта команда выходит в полуфинал. Простите, уже в финал, я ошибся. Эта команда выходит в финал. Итак, спасибо, до свидания, до следующих встреч. And the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you.